Three wins, four draws in 26 meetings, and they'll be looking to make it 21 out of... Последнее время выступает просто великолепно. 7 побед подряд во всех турнирах. Это вторая по продолжительности победная серия. Главов команд. Леванте в воротах Айтур Фернандес, номер 13. 19-й Карлос Клерк. 15-й Серхио Пастига. 14-й Рубен Везу. 20-й Хорхе Мирамон. 5-й Немани Радоя. 22-й Гонсало Милера. 24-й Хосе Кампанья. 10-й Энис Барди. 11-й Ну и здесь, смотрите, атакует Суарес. Суарес падает. Но не было нарушения правил, во всяком случае, со стороны защитников Леванте. Это, скорее, сам Луис. Подключиться. Суарес с мячом бьет. Луис Суарес. Это не назовешь опасным ударом. Забирает мяч Айтур Фернандес. Айтур в будущем. Пако Лопес. Работает третий сезон в Леванте. Но второй полный. Вы помните, что он был... Лионель Месси. Месси вынужден возвращаться. А дальше, посмотрите, бесперспективно, если только ошибется Лангли. К тому же положение вне игры. Делает передачу вперед. Роберто устремляется к мячу. Нелсон Семеду. Гризман ушел. Можно продолжать. Барди. Артур до мяча не добрался, но накрыли прессингом и нарушение правил. Здесь перестарался Луис Суарес, получает спокойно, с пониманием дела атакует. Ну, вот сейчас, например, была подача, и успел набежать. Гризман ищет, где бы ему оказаться. Оказывается, здесь и бьет по воротам. Ну, это самый опасный момент пока у Барса. Барди, будет удар. Удара не дают нанести защитники Барселоны. Но это был опасный момент. Опасный момент, который просто не... Ну а дальше Майораль. Суарес. Месси. Подача на ближнюю штангу. Ну и вот как раз мили... фланг. Подключение. Прострел. И Борха Майораль. До него мяч не доходит. Продолжается атака. Подает Месси. Выходит Айтур Фернандес. Просто забил. Серхи Роберто. Нарушение. Продает компания. И снова мяч убежит. Мелеро выходит. Луна это чувствует. И передача на Гризмана. Офсайда, похоже, нет. И мяч едва не летит в сторону. В сторону-то он летит. Он едва в створ ворот. Моралес. И Пике его догнал. Ну, конечно, не влияет. Может быть, только в положительную сторону. Не ушел, правда, здесь Пике. Вот второго. Нелсон Семеду. И снова Гризман не добежит. Не добежит Антон. Которого сыграл, не трогая мяч Гризман. И пенальти назначает судья. Обратите внимание. Месси. Разбег. Короткий удар. Поворотом и счет становится 1-0. Барселона выходит вперед. На 38-й минуте Месси забивает свой 5-й гол в сезоне. Ну и повторим еще раз. Этот пенальти... сделали на левом фланге Гризман и Нелсон Семеду, которому все равно, по-моему, где их была лишняя секунда. Он отдал Гризману, и Айтур Фернандес выручает свою команду. Вот так он играет в этом сезоне. Постепенно гонит. Ну и пожелаем Луису восстановиться. Желательно турнир, 18 сборных. Так далее будет совсем... А этот Лангле. Моралес забрасывает на Барди. Ну, Барди атакует. Леванте. Барди вперед. Карлес Перес набегает. Гризман. Показалось в какой-то момент. Но все равно Леванте с мячом. И это Клерк. Подключился наконец-то Клерк. Начиналось сначала. Потому что по самому нарушению все делает Барселона, и Месси, и Айтур Фернандес выручает, хотя ошибся изначально. Вот это была атака. Вот Месси отдаст передачу или сам пробьет. В результате спокойно завершает Барселона первый тайм. Леванте не сподобился. Говорил в первом тайме про 40-летие Ля Масии, про позапрошлом сезоне Барса могла без
поражений закончить сезон, если не имеет передача. Борха Майораль. Мирамон простреливает Пике. Убегнулся. И дает возможность атаковать. Вот передача. Не было ли там офсайда? Был. Поднимает флажок Хосе Энрике Наранхо Перес. Проходит Леванте. Ну, почти проходит. Не удалось. Кот в обороне. Мелеро. А вот Мелеро дальше не смог пройти. Его остановил Клеман Лангле. И мяч забирает Серхи Роберто. Еще одна. Желтая будет. Но вторая в этой встрече. Первый удар. Мелеро нет. Отдает дальше передачу. Компания! Это было опасно. Это было опасно. Терстеген внешне совершенно спокоен. Ошибся. Какой рикошет? Второй рикошет. И мяч не отпускает за лицевую Терстеген. Вообще-то он уходил от игрока Леванте. Но там вне игры. Нет положения вне игры. Раскручивается. Муралес отдает еще удар. Наносит Рочина. Да, положение вне игры все-таки было. Месси. Видаль, как красиво сыграл. Карлес Перес разворачивается, но вертеться стоит Муралес. Муралес входит в штрафную. Муралес попадает в Жерара Пике. Пробросить мяч не сумел. Очень надежно играют барселонские защитники. Нелсон. Барселонцы. Месси получает мяч. И, кстати, был у него нехват. Муралес. Удар по воротам. Гол. Гол. Леванте сравнивает счет. И это делает компания. Но ошиблись. Ошиблись барселонские защитники. Когда-то все-таки во втором тайме их должны были за это наказать. Это уже не первый случай такой небрежности, когда то ли заставляют, ну, во многом заставляют ошибаться прекрасным расположением и прессингом, ну, то ли сами играют неаккуратно. Перес. Подает штрафную. И компания, смотрите, какой пас отдает. Сейчас Майораль! Задним ударом следует второй. Борха Майораль забивает Барси. И не знаю, дополняет ли его радость то, что он как раз воспитанник Реала. Я не думаю, что он думает сейчас об этом. Он просто третий гол забивает свой в сезоне. И счет внезапно становится 2-1. А Барса ошибается в обороне. И снова ее ловят на перестроение. Еще не наелись. Компания, они хотят еще. Передача под удар. Но не каждый же раз такие удары будут получаться. Рубен Рачины. Он вести, у него есть карточка. А здесь побежал Клерк. Но Гризман спокоен, все видит. Отбирает мяч. И пошла атака. Но свисток. Уже судьи. Смотрим. Здесь будет подача компании. Лангле выбивает. И еще удар. И мяч слетает в ворота. Третий гол забивает Леванте. Вот так бывает, когда поймают волну. И дальше эта волна сметает оборону даже такого соперника, как Барс. Эрнесто Вальверде задумчиво смотрит на то, что происходит. А происходит то, что соперник вдруг расправил крылья. Посмотрите, это Неманье Радоя. Выдаем чуть вперед. Ансу Фати. Успеет Гризман. Карлес Перес на Фрэнки де Йонга. Спокойно пока справляет. Но в лицо попадает мяч Жераро Пике. Желтая карточка в руках у Эрнандеса. Замена между тем у Барса произошла. Появился колдовать Лео Месси. Получает мяч, бьет, попадает. Лео Месси обыграл, забил. Какой гол Лионель Месси. 3-2. Как в игре компьютерной. Сделал все Месси. И посмотрите, как доволен этот болельщик. Он сегодня великолепный футбол смотрит. У Барселоны сложнейшие задачи. Шестой гол Месси в сезоне. Ну и если Месси сегодня продолжит так играть, тот ищет, находит Месси. Месси бьет. Попадает Рубена Везу. Карлес. Очень важные лица. Подача. Это был не удар, это была скидка. И дальше Муралес уходит на дриблинге, отдает. И не побежал сюда замыкать компания. Красиво. Муралес в подкате. Чисто. Дальше Майораль. И вот.